Всем привет! Вы на рыбалке с Демидой. Поймал уже пару плотвичек. Решил сначала наловить живца, потом уже включиться. Сейчас пойду еще. Погода, смотрите, какая шикарная. Блин, просто супер. Сейчас пойду кормлю пару лунок под плотву. И пойду поставлю жерлицы. Блин, погода просто, ай, сказка. На улице где-то 10 градусов мороза. Ветра нету. Солнышко. Ай, красота. Ладно, сейчас прикормлю пару лунок. Пойду поставлю жерлицы. И буду ловить дальше. Плотвичка, кушок поклевывает. Кушок, правда, вот такой вот есть. Вообще мелкий. Ну ничего, главный процесс идет. Ладно, буду ловить, прикармливать. Пришла мне, кстати, посылка от магазина FishBait. Вот этот черпачок. Несколько мормышек еще пришло безмотыльных. Хороший магазин, очень много выбора. Сегодня, кстати, пришло еще мне от них балансиры блесеньки. Я вот думаю сегодня поймать живца, наловить немножко с запасом его. И потом хочу попробовать здесь походить на этом озере на балансир. Топорки есть хорошие. Щучка есть тоже. Но я думаю, мы поймаем на балансир. Балансиры, кстати, я уже проверял дома. Играют очень интересно, красиво. Так что повторюсь, магазин рыболовных товаров FishBait. Будет в описании ссылка на этот магазин. Так что переходите, смотрите. Цены довольно гуманные. Буду пробовать. И, кстати, сегодня еще от них пришли без мотылки. Хочу в этом году и сегодня попробовать экспериментировать без мотылкой. Посмотрим, что с этого получится. Так что надо искать. Ладно. Будем пробовать ловить дальше. Вот такая. Перестал повторять насчет погоды. Он как морозик давит. Ладно, включимся, когда уже будет рыбка. Надеюсь, сегодня щука тоже у нас будет. Жерлицы у меня. Вот, решил я тоже сегодня поставить. А вдруг разловим ее прямо на первой рыбалке сразу же. А, это будет супер. Сейчас замерим длину. Вот такая у нас длина. 1,20 м. Так, ставим. Надо достать живца, поставить. Кстати, вот придумал еще поставить колокольчики, чтобы издалека было сразу слышно, если не увидишь. Потому что порой бывает и пурга, и все остальное. И сразу не обращаешь внимания. А сейчас. Если... Ну давай, залази. Ну, спасибо. А сейчас, если будет поклевка, будет ее сразу же слышно сдалека. Так. Ладно, отмерим глубину. И поставим вот такую вот плотвичку, там плавает. И будем ждать. Только поставил. Я думал, это был холостой выстрел. А нет. Прямо под щуку попал. Ну, мерная мамочка. Супер. Хорошее начало. Ладно. Давай капли. Зарядим-ка сюда еще. Я смотрю, реально подхожу. Флажок выстрельнул. И намотала леску, думал, ну может сорвала или живец сам. Начинаю поднимать.
Бам, есть. Включил камеру, и вот, пожалуйста. Приятно, приятно. Сами видели, я только что поймал за щуку. Сейчас зарядил окушка. Собрался уходить, слышу, колокольчик сработал. И вот она мотает. Ничего себе. Этого я точно не ожидал. Что, пробуем подсечь? Ой, говорю. Собрался только уходить, встаю. Бам, колокол. Давайте попробуем. Есть, 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 есть. Ну это мелкая. Неужели я нашел тропу щучью? Куда это? Две щуки за 20 минут? Еще ободала тройниками. Ладно, пойду возьму ножницы и отцеплю крючок. Ну что, спасибо тебе, красавица. Давай, плыви. Ай, вышла. Спасибо, спасибо. Блин, это супер. 20 минут, говорю, прошло. Две щуки с одной лунки. Классно. Ладно, надо пойти поймать живцашу, поставить еще сюда. Вот вдруг еще клюнет. Тактика моя сработала. Прикормил лунки. Подошла плотвичка. Ай-яй-яй. Мелкая, правда. Тяжело подсечь ее. Ну, для живца, я думаю, это будет в самый раз плотвичка. Ох, как она выкидывает. Таким вот. Покрупнее немножко надо плотвичку. Но ничего. И такая тоже пойдет. Я извиняюсь, что солнце светит прямо в лицо. Надо ловить моменты такие. Греться на солнышке. Хороший живец. Не, такой же. Пока плотва меня обыгрывает со своими поклевочками. Ну, как ты хочешь. Ой, хороший живец. Шикарный живец. Я надеюсь, это не были две поклевки щучьих за весь день. То за 20 минут две щуги и все.
Так, ладно. Все-то мы поняли, что плотва есть. Потом попробуем на другой лунке сесть. И надо будет попробовать там посидеть немножко и поставить под синий живца на ту жерлицу, где уже были две поклевки. Ну что, зарядим эту же жерлицу опять, на которой уже две щуки были пойманы. Кто знает, может еще и третью поймаем, если это будет вообще туда. Сказка! Живца пытаюсь вешать так, чтобы немножко вниз головой был. Он тогда видит дно, там трава, и он пытается спрятаться, и всегда он активный. Что привлекает щуку. Ну, давай. Удачки тебе. Может быть, попам? Ладно, будем ждать. Прошелся по тем лункам, что прикармливал с утра. Вообще тишина. Двух выпушков там поймал, и все. Тут хоть мелкая, но поклевывает. Но ее не подсечь прям. Только, пожалуй, все, что не подсечь. И на живец в ведре. Ой, как она подняла. Ой, красавица. Высоко поднимается за мормышкой. Ай, по зубам дал. Это очень плохо. Могла испугать всю стаю. У нас произошел загар и мотает. Ну-ка. Ага, мотает. Закусывает, видимо. Ну, давай. Все-таки хорошо, когда флажок с колокольчиком услышал издалека. Но... Пошло. Ладно, иди к папе. Непонятно пока. Не забрызгало нас? Нет. Ну, пойдет тоже. Тихо. Ладно, пойду возьму инструмент, чтобы отцепить ее. Решил попить чаю и снова загар флажка там, где уже двух поймал. Может быть, третий будет.
Смотрим. Села батарея, блин, на камере. Ну, вот такая маленькая. Вот. Взяла за губу, так что полно, какая пузатенькая. Давай, плыви обратно. Спасибо тебе. Ушла. Спасибо. Третья щука с одной жерлицы. Прямо в камыш пойдем. Жара. У нас очередная сработка. Берем сразу с собой ножницы и пойдем смотреть. Жарится, не мотает. И стоит на месте. Ой, промахнулась, наверное. Но ничего, все равно уже 4 поклевки, 4 щуки. Что это у нас? Да, наверное, сбила. Леска стоит, даже не пошевелится. Ладно, смотрим. Была атака или нет? Не, это же вес у нас. Это был живец, однако. Выстрелил. Стал, наверное, стоять спокойно. Так. Вымерим глубину. Вот такую вот. Заведем снова. Пойду проверю ту жерлицу, а то она уже с самого начала стоит и не поклевки. Ну что, у нас уже вечереет. Результат сегодняшней рыбалки довольно неплохой. Наловил плотвички, окушков. На жерлицу было поймано 4 щуки, что довольно неплохо, если учитывать то, что еще с одной жерлицы, с одной лунки и с одной жерлицы было поймано 3 щуки. Видимо, на ионный ход попал. Не знаю, как это еще объяснить. Ну, а так, погода сегодня была супер. Подышал свежим воздухом, отдохнул. Хотя на такой рыбалке лед уже более-менее хороший. Сверлиться приходится много. Но сегодня вот искал плотву, нашел ее и не так часто бегал, не менял лунки. Это окуня надо искать все время, плотву уже сидеть так ловить на одном месте пытаться надо. Что я сейчас и делаю, наверное, уже часа два сижу на этой лунке. Плотвичка редко проклевывается, но есть. Так что всем спасибо, кто, повторюсь, спонсор сегодняшней рыбалки. Ссылка на этот интернет-магазин будет в описании. Ну, я буду собираться. Всем, кто досмотрел до конца, спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока.